Студенты и преподаватели Елабужского института КФУ смогли приобщиться к миру современной русской поэзии в рамках фестиваля «Ладомир», который проходит в Казани и Елабуге уже в 8-й раз. Фестиваль носит имя одного из величайших поэтов Серебряного века Велимира Хлебникова и ежегодно собирает стихотворцев из разных уголков планеты. В этом году участниками фестиваля стали поэты не только из Татарстана и России, но и из Белоруссии, Великобритании и США. Бродский писал, что поэзия – это невероятный ускоритель сознания. Вот. А я хочу сказать, что, например, поэзия – это еще и машина времени. Вот. Одно дело, там, вот, ну, если есть возможность увидеть живых современных поэтов, но можно читать ведь и поэтов уже ушедших, да, классических поэтов, или там поэтов 20 века, там, Марину Ивановну Цветаеву, или там, я не знаю, Блока, Тютчева, кого угодно. И такое ощущение, что ты, ну, вот, читая их стихи, мы с ними общаемся, вот, вот как мы сейчас с вами, понимаете? Это такая машина времени, это невероятное ощущение. Я давно не выступала перед такой обширной аудиторией, это всегда приятно. Во-первых, молодые глаза, а во-вторых, огромное количество заинтересованных лиц. Поэзия же, она, в общем-то, это такой универсальный язык, который нам помогает понять, прежде всего, себя понять, да, как-то себя высказать. Вот. Но действительно приятно, поражена и таким теплым приемом, и просто вот этой всей атмосферой, потому что ребята слушали, и я думаю, что что-то полезное, интересное для себя подчеркнули. Проведение столь масштабного съезда современных поэтов в Казани и Елабуге не случайно. Велимир Хлебников большой отрезок своей жизни провел в Казани, обучаясь в местном императорском университете. А Елабуга привлекает внимание поэтов и писателей как последнее пристанище еще одной культовой фигуры Серебряного века Марины Ивановны Цветаевой. Мне очень понравилось. Это было некое просвещение в моей культурной жизни. Послушали мы нескольких авторов, также были поэты из Казани, Набережных Челнов. Культура должна жить, как я считаю. Мы должны сами наполнять эту культуру, чтобы на будущем поколении был какой-то отпечаток. Мы должны развивать эту культуру. Мы все знаем классическую литературу, ее представителей. А вот чем живет и дышит современная жизнь, современность, через взгляд поэтов и их творчество, это всегда интересно. Поэтому всем советую посещать такие фестивали. В рамках мероприятия студенты и преподаватели познакомились с творчеством более десятка поэтов, каждый из которых продемонстрировал свой уникальный стиль и подачу стихотворных произведений. Наиболее живой отклик аудитории получили представители так называемой комбинаторной поэзии, которые в своем творчестве проводят различные эксперименты над словом и текстом. Вокал, боговер, тенорок, в короне тревог облаков. Акт ушам хохма, нам хохма шутка. Это по-своему интересная форма занятия, комбинаторная поэзия. Попытка найти что-то в этой обратной читаемости, новую форму, новый смысл, просто форма творчества. Но важно, чтобы соблюдать, сохранять какую-то целостность формы, а не ударяться в шараду. За все 8 лет проведения фестиваля «Ладомир» в нем приняли участие уже более 100 известных поэтов из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Елабужский институт КФУ неизменно принимает участие в его организации и продолжает служить связующим звеном между миром современных поэтов и молодым поколением читателей. Ильшат Ахмадиев, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.